Телеканал КРТ представляє. Нам розказує тепер Зеленський, що це не реформа, що сам себе критикує і розказує, що в принципі це ж ми ж не можемо виганяти лікарів і розказувати, що це все для здоров'я громадян України. Тобто він багато чого розказує, але ми бачимо, що та людина, я так розумію, Радуцький, який повинен за це конкретно відповідати, та міністри охорони здоров'я, які дуже часто змінюються, вони теоретично повинні були цю проблему підійняти хоча б на рівень суспільного обговорення. Чи я не правий? Ну, смотрите, на самом деле, мне кажется, это не игнорирование, это просто отсутствие политической воли. Сказать такое, вот, сказать в нашей стране, что все, что делалось до этого, неправильно. Все, что, во что вложили деньги наши спонсоры, представители технической помощи, а в систему здравоохранения вложено приблизительно 950-970 миллионов долларов технической помощи с 2014 года, сказать послам всех государств, бюджет, из бюджетов которых эта техническая помощь вложена, что вы вложили в фикцию, нужна очень большая политическая воля и смелость. Согласитесь. Это практически выйти перед послами Большой Семерки и сказать, ребята, вы все время финансировали фигню. Это внедрить нельзя, надо сделать совсем другое. А они должны будут это сказать своему правительству, которое должно будет сказать, что вот эти все деньги, практически миллиард, оно взяло из своих бюджетов и дало на фиксу в маленькой стране Украина. Понимаете? Это очень большая политическая ответственность. Поэтому так, ситуация действительно важка. Радуцкий и та команда, которая пришла с ним в виде министра и их замов, конечно же, этой политической смелости не обладала. Но заметьте, сейчас эту политическую смелость демонстрирует нынешний министр. Ну, це, до речі, он же вышел и сказал. Але все ж таки, так. Він не сказав, що відміняти реформу, але він сказав, що ми будемо вносити корективи. Ну, все ж таки, главное, що денег нет, наші тарифи не лікарні. Он сказав, денег нет на эту реформу. Тарифи нереалистичные. Будут закрываться клиники. Надо, необходимо срочно поменять тарифы для сохранения стабильности. Он это полностью сказал. Просто, понимаете, сказать отменить реформу, вот что такое отменить реформу? Казалось бы, просто, да, у нас есть базовые законы о финансовых гарантиях медицинского обеспечения, а давайте, который, вот, собственно говоря, запустил, да, с 1 апреля этот механизм финансирования. Уже было несколько законопроектов в Раде, или отменить этот закон, или перенести, например, финансирование специализированной помощи там, с 1 апреля на 1 сентября. Но это невозможно. Это теоретически невозможно. Почему? Потому что это же не отмена одной законодательной нормы. То есть необходимо, получается, сейчас поменять бюджетный кодекс, поменять бюджет, потому что надо забрать деньги из программы НСЗУ, которая по договорам платится, и отдать его, например, на субвенцию, которая будет платиться через местные бюджеты на эти медицинские учреждения. Да, найти дополнительное финансирование, поменять просто кипу уже подзаконных актов, которые несколько лет писались. Порядок использования денег, тарифы, постановы по тарифам, постановы по заключениям договоров. И главное, заключено 1700 договоров с медицинскими учреждениями. Завтра надо разорвать 1700 договоров и заключить новые. Вы же понимаете, что так просто никто, люди уже ориентируются. Это хозяйственные субъекты, независимые предприятия. Они же не бюджетные, они предприятия. Они будут еще и в суды пойдут, правильно? Теперь мають право. Да, и вот теперь получается ситуация, что вот так вот взять и отменить ничего нельзя. Потому что поэтому единственный выход, который есть для того, чтобы что-то сделать, сохранить целостность медицинской системы и при этом ну, не сделать коллапса финансирования завтра, это пересмотреть тарифы, вот несправедливость в тарифах, обеспечить все-таки дополнительное финансирование, хотя бы в пределах 15-20 миллиардов, на систему медицинских учреждений. Не через НСЗУ, а нет, через НСЗУ. Через НСЗУ. Да. Есть только единственный механизм, работающий сейчас, представление получения денег медицинскими учреждениями. Это по договорам с НСЗУ. Местные бюджеты могут или сформировать дополнительные программы медицинских гарантий, или поддерживать функционирование медицинских учреждений путем покупки им чего-то, виде, или же там, программы местных стимулов, местные доплаты и так далее, и тому подобное персоналу. Все. Бюджетный кодекс запрещает коммунальным предприятиям, которые находятся в собственности советов,
полностью финансировать эти предприятия на содержание. А есть такая ситуация... И вот дурацкая ситуация как раз сложилась. То есть только через СЗУ. Министр абсолютно прав. Единственный механизм добавить деньги – это работать через уже существующий механизм. Потом выдохнуть и в сентябре начать думать, как финансировать здравоохранение в следующем году. Но этот бюджетный год по-другому уже не закончится.